Друзья, привет! Индивид вещает. Мы находимся у моего подъезда. И хотелось бы попробовать новую рубричку. Дело в том, что моя жена беременна, скоро рожает. И она изучает весь этот процесс. И настолько неправильно нам зомбируют понимание к этому процессу. О том, что это больно, о том, что надо резать. О том, ну, вообще вот об этих всех проблемах. Давайте сейчас я ворвусь домой, и мы спросим обо всем об этом у моей супруги, потому что постоянно, когда я захожу, она меня просто вот прям как из ведер прям так поливает информацию, то есть все так радостно на энергетике. Правда, я с ней до этого созвонился, она мне уже много что рассказала, но рассчитываю, она любит повторяться, рассчитываю, что у нас получится. Я слышу все. Итак. Вот. Здравствуйте, здравствуйте. Ну давай, рассказывай. Вот. А, да ну, привет, привет. Ну что, как там? Что с родами устроено? Как у нас дела происходят? Маша, рассказывай. Не начались еще? Не, ну ты расскажи, какие радостные новости сегодня узнала. Да, что такое роды, как они проходят? Ну давай, завязывай, тебя же смотрит 1 000 000 подписчиков. Не, я не буду там так рассказывать. Милая, ну давай, поведай нам, пожалуйста. Смотрите, друзья, она даже пишет тут аффирмации, да? Да. Для чего они? Для перетрансформации. Или перефокусировки, что ли, так сказать. Перепрошивки, осмысления, да? Да. Чтобы мысли держать на уровне, чтобы прочувствовать, чтобы... Я уже за тебя говорю, давай ты. Так, а что говорить-то, я даже не знаю. Ну давай, ты так много щебетала по телефону. Мама, давай, тебя же смотрят 1 000 000 000 писечников. Так, ну собрались уже 2.5 минуты. Так что так долго-то? Никто не будет такое смотреть. Ты что не читала? Подожди. Вот что я тебе рассказывала сегодня. Ты много мне рассказывала сегодня, весь день. Ты уже записываешь? Да. Я первый раз тебя такую вижу, вообще спокойную, потерянную. Обычно бегаешь. А сегодня сначала я читала про УЗИ. Вот. Даже есть такая фраза от одного, короче говоря, какого-то знаменитого врача, что если, короче, вы не хотите рожать, ну, то есть хотите сделать аборт, или если вы... Я не могу ничего говорить. Я тоже читал про УЗИ. Я... Знаешь, что такое УЗИ? УЗИ – это для того, чтобы прервать беременность. Да. Чтобы найти патологию. То есть изначально назначение УЗИ, то есть делается в том случае, если ты не хочешь ребенка, чтобы найти, ну... какой-то изъян. И то, что ты мне сегодня рассказывал, я уже за тебя говорю, что при УЗИ сердцебиение, да, рассказывал? Да, там, в общем, короче говоря, я изучала так, что бывают такие случаи, когда у ребенка на 8 недель нету сердцебиения. Это норма, типа. И мамам сразу говорят, что давайте вышкребим и все. Да, сделаем аборт и все. Вот. И представляете, некоторые не знают информацию, идут на это, да, вот. А по идее, если бы разобрались и поговорили с какими-то специалистами, то это норма для такого срока. Вот. И куча детей таких рождалось. И вообще про УЗИ говорят, что это все-таки такой метод, как сказать, как на картах гадать. То есть лучше 100 раз проверить и сходить к разным специалистам, к хорошим специалистам, у которых есть хороший аппарат УЗИ. Потому что смотря к кому попадешь. Вот я просто из своей практики даже знаю по ветеринарии, что бывают такие специалисты, что знать ничего не знают и какую-нибудь ерунду говорят, короче. Вот. Так вот, например, наш случай. Мы сходили на УЗИ, нам говорят, ой, плацента низкая, то есть давай тебя напугали, да. Говорит, все равно у тебя будем кесарить, то есть изначально... То есть, говорят, какая тебе разница, у тебя же было первое кесарево? Низкая плацента, прокисарим тебя и все. То есть к ним, они уже все как к этому относятся. Конвейер.
или что, говорит, вы сами хотите родить? Так удивительный вопрос. Я говорю, естественно, хочу сама родить. То есть, короче говоря, всегда настрой врачей какой-то негативный. Всегда, блин, вот уходишь от них в негативе в каком-то. А у ребенка есть программа, вот, вылазить, да, из лона матери, и они шевелят там, всем шевелят, да? Если она не выполнена, то это остается родовая травма, да? Что-то я не знаю, что это. Какая ты у меня сегодня грустненькая. Вот. Долго какое-то видео. Да ты не думай о том, какое видео, ты рассказывай о беременности. Друзья, это вот смотрите, как концентрируется наше внимание. Когда есть цель и... Ну, держаться цели, да, задача стоит у мозга. То есть, ну, таких два составляющих. Держаться цели, держаться цели. Как только появляется составляющая держаться лучше цели, то цель уходит. То есть, получается, держаться лучше, и все, и уходишь куда-то далеко. Вот такое вот скомканное видео. Не знаю вообще, опубликовать его или нет. Какое стрёмное видео у нас. Вот. На канале Крымский Сибиряк, кстати, ну, я буду о крымских больницах рассказывать. Есть уже отснятый материал, скоро выйдет. Вот. Ну, а я тогда что, располагаемся и не знаю, суждено ли будет. Ты что, там губы красить собралась? Короче, если вам интересно, если есть на моем канале вообще девушки, которым интересна тема беременности, то мы запустим Маше отдельный канал. Снимешь меня, молодец какая. Какая ты резкая вообще. Вот так вот шел кадр. Ну вот, ставим лайки, подписываемся. Вот. Смотри, там снять хочет. Вот, это наша сумасшедшая семейка. Это Маша Ринкус. Все, пока. Ты же отправился, кстати, видео, извини.